И снова здравствуйте, всем привет. Итак, хотелось бы в этом ролике рассмотреть, что получилось с окружением, с персонажами из мультфильма. И погнали, значит, стол по прошлому ролику я показывал, как его сделать. Бумагу тоже показывал, как сделать. Часы не показывал, но сейчас рассмотрим именно как файл. Я тут сделал, короче, и риг. Такой, ну как, не то что рик, а настроил под кости. Можно делать анимацию движения стрелок. Так, персонаж это мой, вот этот гаврик. Настройка рига, это риг сам я делал, это не миксамовский. Так, сумка скачанная. Хотел сделать сумку, но дюжить времени нет. Тут все по-простому. Можно смоделировать и самому, конечно, не суть вопроса. Но вот попалась, вроде бы похожа. Там чуть-чуть квадратная она идет, дипломат. Ну а здесь сумка. Так, кресло, как в ролике, времени пока нет. Именно его вот это делать, там вроде бы недолго. Ну, как сделаю, отдельным файлом выложу в группу ВК. Тогда можно это кресло будет убрать, а другое подставить. Ну, для анимации, если вот сейчас кто-то захочет сделать какие-то сценки, там попробовать анимацию за столом, как персонаж печатает, в принципе, все готово. Единственное, что машинка вот тоже искал, еле-еле нашел, ну, не делают их, да. Те, которые есть, более такие старинные, они идут за деньги. Ну вот нашел, вроде бы более такая похожа. Можно ее, конечно, тоже сделать, если кому-то будет интересно, тут не так все сложно. В принципе, клавиши это цилиндры, вот они можно, это тоже в нижняя часть управления цилиндр, там можно кубы добавить, это чуть-чуть моделирование, можно сделать в ZBrush. Это все обрезкой, вычитанием, ну, словом, ничего тут такого сложного. Ну а это уже планы задние, их можно поднастроить по тонам, по цвету, настроить свет, и, там, допустим, в Cycles сделать рендер. Вот видите, более-менее так ничего так выглядит. В принципе, не шедевр, но по-простому я доволен. То, что получилось найти, сэкономить время вот на три вот эти детали. Так что это есть good. Так, давайте рассмотрим пацана. Файл. Сыну я тоже сделал рик. Так, вот так выглядит сынуля. Так, этот стул делал сам. Стул делал сам. Бумагу, ну, картинку не смог найти нормальную, ну, как скриншот сделал с мультфильма. Ну, вы видите, что здесь как-то все юзом, но, в принципе, передает такие эмоции, что это музыкант под деревом. Можно посидеть, взять карандаши и, в принципе, то же самое нарисовать, расчертить, добавить и сделать эту картинку самому и потом ее вставить в этот план. Ну, как вариант, возможно... Нарисую. Можно на листе нарисовать, а можно в какой-нибудь программке. Ну, поищу программу для рисования. Но это будет однозначно не Photoshop, скорее всего, ну, наверное, в Paint нарисую. Да, наверное, или в ней. Или, возможно, нарисую в ZBrush на листке. Вот этими штрихами все расчерчу линии и потом сделаю скриншот, и можно будет просто вставить. ZBrush, кстати, это тоже дело, можно рисовать и потом просто делать скриншоты или сохранять картинку вот эту как-нибудь там посмотреть. По-моему, есть там такая возможность. Так, карандаш. По прошлым роликам я показывал, как его делать. Варианта валом, обрезка, можно в ZBrush, можно в Blender. Выкружка идет центральная, округленная, потом идет, значит, цилиндр сглаженный. Ну а здесь, как ее называют,
пирамида ZBrush. Вот она. И чуть-чуть как обрезанная. Так, этот цилиндр идет. Вот этот сам фломастер, карандаш, он идет цилиндр с понижением полигонов. Именно как инициалайз в ZBrush. И все это дело стыкуется. По запчастям, конечно, это все дело красится. Ну, ссылку на ролик кину в описании. Так. Давайте еще посмотрим. Так, у карандаша есть риг. Так, я сейчас выберу сразу два рига через Shift. Это значит в постнот у карандаша есть риг. Все, можно его вставлять в руку, привязывать и делать рисование, анимацию, там круговые движения. Ну, в принципе, что угодно. Так, у пацана. Так, я сейчас стол, наверное, все это пока скрою. И покажу вам стол, стул, английская H. Так, батарея у меня подсела, не заметил. И смотрим, как тут все настроено. Значит, все по прошлым роликам. Здесь у нас получаются глаза. Смотрим, как они работают. Ну, в принципе, нормально. Чуть-чуть, видите, надо их глубже подсадить. Один глаз вот этот. Давайте сейчас все это дело подправлю. Вот зеленая косточка и чуть-чуть ее назад. Так, смотрим, как работают вот они две боковые, четыре, точнее, с двух сторон боковые управляшки нижними и верхними веками. Вот они идут. Давайте посмотрим, как верхние закрываются. Тройка на нампаде. R. Смотрим без костей. Ну, вроде бы все адекватно работает. Под мимику тут тоже все сделано. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Вы можете делать тут движение бровями. Вот они, косточки. Так, эта косточка, она-то привязана. Тоже привязаны, все косточки привязаны. Чуть-чуть, возможно, где-то руководить R ухом. Вот оно, ухо. Сильно его не надо двигать. Но если сильно надо будет, то сзади поставите косточку или настройте весами. Так, можно еще добавить косточки вот на эти все, типа волосы вонные, вот это, чтобы можно было там при движении создавать движение их, вот там в прыжке, допустим, они должны двигаться. Так, теперь, значит, по настройке рига. Рука. Видите, все двигается. Так, смотрим, чтобы ничего не было отвязано. Так, вот пацан работает, пацан двигается. Так, теперь, как делается доводка мимики? Вот, когда делаете у персонажа, он чуть-чуть может быть не похож с открытым ртом, да? И вам нужно потом уже довести это все дело именно при анимации. Так вот. Так, отвязана косточка. Сейчас мы это все дело подправили. Так, заходим в Edit Mode. Находим кость. Вот она. Косточка нижней челюсти. И привязываем к челюсти. Ctrl-P. Keep Offset. Возвращаемся в Post Mode. И, в принципе, решение вопроса совершилось. Так, R. Закрываем рот нашему пацану. Так вот, раз. Здесь у нас получается косточка. Вот это нижние зубы. Это косточка верхние зубы. Мы их можем убрать в момент анимации. Ну и где-то подкорректировать. Возможно, где-то даже зайти в скульпт-мод. И здесь что-то пооттягивать. Создать более такую точную копию с закрытым ртом. Ну, как-то вроде бы похож. Так, что у него тут по губам? G. Можно сделать через Shift корректировочку. Еще губу сделать поменьше.
где-то потом, может быть, щеки вот эти вытянуть вперед, именно в круг ноги. Как это делается? Заходим в object node, находим персонажа, находим скульпт нод, ставим симметрию по X, и просто уже на риге F это все дело дорабатываем. Допустим, надуваем щеки. И вот вроде бы пацан уже похож. Сейчас еще отключу я вот этот вот карандаш. Рик. Аж. Можно отключить еще аж английское рик. Ну вот так будет вроде бы получше. Теперь опять выбираем персонажа и заходим в скульпт мод. И здесь уже вот можно на этом риге, на вот этом настройках вот этих, все это дело доработать. Где-то вот у него F, возможно, где-то вот шею сделать ему потолще. Сейчас это вот с задней стороны. Чуть-чуть сделаем потолще шею. Видите, он уже более такой похож. И губу уменьшаем. Возможно, сделать где-то потоньше. Косточки уже привязаны. Все, доработка вроде бы нормальная. Так, где-то виски, возможно, еще поднадуть или убрать. Но это уже вот конкретно доработка персонажа здесь, ну, по внешнему виду. Где-то можно еще его там потоньше сделать, в момент какой-то анимации движения создать шепкеем. Так, ну вот такая штука. Так, файл. Давайте рассмотрим теперь пахана. Как устроен пахан, это значит отец, пока дом сейф, я сохраню вот это все и закину, повторюсь, в группу ВКонтакте. Еще часы сейчас рассмотрим. Выбираем пахана, ну, рик, выбираем галстук. Так, да. Ctrl-I, H. Ну, в принципе, все нормально, да? Вроде как бы. Так, выбираем косточки и находим постмод, смотрим. То есть то же самое по пахану. Значит так, закрываем ему рот. Возможно где-то G приподнять челюсть, потому что она у него вообще там маленькая. Ну, где-то возможно поднадуть щеки и уже посмотреть, как он будет именно выглядеть. Так, извините на лампаде. Ну вот, что-то как-то. Вот тут нужно еще немножко докрасить. Вот такая штука вылезла. Ну это все мелочи. Так, теперь по галстуку. Галстуком тоже можно R управлять, создавать ему движение. Так, вот он. Работает галстук. А ну-ка, так вам будет виднее, наверное. Ну, вот такая штукенция. Можно его поднастроить на Copy Rotation, но у него движения там в принципе нет в этом мультфильме. Ну, уже будет приколюха. Так, теперь по рукам. Пуп G управляет рукой. Этот G управляет этой. Так, G английская вот тянется вот эта штукенция. Что-то отвязалось при связке именно рига, потому что это все было цельное. Так, и почему я это так вот, вот эту кость головы, наверное, к шее. Так. Или вот это. Да, наверное, все-таки. А, нет, вот это тянет. Ctrl-P не привязано. Значит, голова. Ctrl-P и полшет. Почему отвязалось, не пойму. Ну, возможно, какой-то был сбой. Так, это тоже дело не проблема. Можно всегда подправить, если где-то какой-то косяк. И нос вот не привязан еще. Я сейчас все это дело протестил еще. Сильно так не тестил. Так что Ctrl-P и Ctrl-Z.
все будет нормально, будет все работать. Это вот уже, о, все, вроде бы ничего не отстает. Так, кубами можно управлять движением пахана. Вот так. Можно ему сделать какую-то походку, где-то посмотреть мультфильм, как он там себя ведет. И по этому мультфильму именно уже сделать анимацию. Так, ну вроде бы все. Давайте теперь рассмотрим часы. Файл, так, open door save. И где-то у меня тут файл часы. Часы для мульта. Отмена. Это значит файл open. Don't save. Не понял, но уже интересно. Где-то, наверное, в другой папке. Сын, отец. Опа. Получается, в группе часов нет. Надо перезакинуть. Делал просто поздно, закончил их делать. Итак. Камера, свет пока можно отключить. И вот здесь вот находятся косточки. Давайте рассмотрим постмод. Значит, центральная кость, это G, отвечает за верхнюю стрелку, ну, за секундную, вот эту лежачая. Вот эта управляшка переносит все. Вот опять все отвязано. Не пойму, вроде бы вчера все было, работало. Но это подправить тоже не проблема. Эту кость вяжем Ctrl-P, все привязано. Так, значит, получается, Ctrl-P привязано. И вот Ctrl-P. Я не за ту, наверное, взялся. А ну-ка. Так, получается, вот это должна быть центральная. А, отвязалась стрелка. Есть тут вопроса. Edit mode, и значит нижняя стрелка должна быть привязана вот к этой косточке. Ctrl-P, Keyforce. Force mode. Смотрим теперь, что получается. Выбираем вот эту кость. G. Вот дверь тут, это секундная, и держит ее, которая, да? Потом здесь что у нас, вот это, та, которая держит, и та, которая управляет. Ну, а вот эта кость, она уже двигает все часы. Вот так. Так, смотрим теперь, как все работает. Выбираем секундную стрелку, тут вот есть уже анимация. Немножко нужно здесь сделать переход, чтобы здесь не было затора, остановки, чтобы она просто по кругу ходила. Или, если нужно какое-то движение, то настроить, как пропеллер я настраивал у нырка. Ссылку на ролик оставлю в описании, кому интересно, вдруг пригодится, посмотрите. Так, из чего состоит, значит, состоят часы? Часы состоят из цилиндра. Даже нет, не цилиндра, я делал выкрушку. Это значит, рисуете вот этот кант, вот этот обвод. И потом заходите, сейчас давайте покажу, наверное. Так, это пока можно скрыть английское H, единица на numpad, и как делались часы. Mesh, находим куб, теперь делаем
Так, выбираем куб, заходим в Edit Mode, английская. Так, M, делаем Alt Center. Теперь E, тянем вот эту вершину, вы видите, тянем до того места, куда надо. И здесь просто E, 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 делаем вот этот полукруг. Его делаем пониже и, значит, экстрагируем, чтобы у нас было, ну, верх и дно. Вот такая штука. Получается у нас вот такая заготовка, и потом с помощью выкрутки вот этой вот спин включаем ее и просто по кругу ее, значит, прокручиваем. И получается у нас, так, это я сейчас удалю, и получается у нас вот такие вот Alt H, вот такая вот заготовка. Следом выбираем, делаем, добавляем куб и с помощью транспоза это все дело уплотняем, вытягиваем и устанавливаем по кругу именно на местах цифр. Так, аж стрелки. Вот эта часть тоже сделана выкрушкой, тоже именно спином. Центральный это цилиндр и это вот два куба, сделанный под полоски, под прямоугольники. Вот. И теперь, если Alt H, мы выбираем Rig, заходим в Pose Mode, можем выбрать любую косточку, ну, в смысле, не то, что любую, а косточку, которая отвечает у нас за движение, допустим, ну, за стрелку. И все это дело можем крутить и прописывать покадрово. Можем сделать поломавшиеся часы, чтобы вот так раз, сделали так, раз, раз. А эта стрелка должна, так, здесь не получается выбрать так. А эта стрелка может просто крутиться, а та нижняя дергаться. Также можно что сделать? Выбрать вот этот Object Mode, выбираем Add Mesh Dead Circle, так, G, вот оно, заходим в Edit Mode, так, это отключаем, перекрутку английская A, F, закрываем и в этот полигон скачиваем уже часы любые нарисованные и вставляем, и вот этот вот круг подставляем в центр наших часов. А вот эти кубы можно будет их потом удалить, вот эти, допустим, вот так, и будет у нас совсем другие часы. Ну, это для разных мультфильмов, именно для мультфильмов можно их использовать без полюбасов. Офисные, простенькие, мультяшные такие часы. Ну, в принципе, все. Кому интересно именно поработать с этими персонажами, еще раз повторюсь, будет ссылка на скачивание в ВК, на группу. Ну, вот такой обзорчик. Вот такие персонажи получились. Ну и каждый из вас может тут уже пофантазировать, что-то добавить, допустим, работников. Работники, как они выглядят? Давайте посмотрим. Итак, вот он мультфильм. И вот отец приходит на работу. Ну вот ситуация, вот она. Пацан тут, значит, в школе, а отец, значит, на работе. Вот у него, видите, просто верх кресла нужно сделать по-другому, тут загнуть и чуть-чуть кубами поработать, повытягивать. И ничего сложного, но пока что-то у меня на это дело не очень настроение, да и что-то подпритомило на работе. Так, что еще тут, давайте посмотрим. Вот по рисункам. Вот эти рисунки, возможно, где-то
ну, сделать скриншот и в какой-то программе все это хотя бы состыковать. Там, конечно, видите, у него карандаш другой. Это вы можете сами его сделать. Вот тут очень простой цилиндр. Потом экстрадирование вводите английское «и», нажимаете и вводите вглубь, наверху вот это, полигоны. А это закругляете или добавляете отдельный какой-то примитив и с него делаете вот эту шайбу. Или, как я показывал, можно нарисовать вот эту модельку, вот эту форму, да, такую, и просто по кругу спином прокрутить. Так, ну по рисункам, если кто-то захочет порисовать, ну, пожалуйста, нарисуйте вот такое дело. Ну или я попозже сниму ролик, как это все дело возможно сделать. Так, теперь по работе. Мужик находится на работе, можно добавить его вот эту сценку вот этих колец. Того же мужика взять, ну, вот, который отец есть, его чуть-чуть фейс лица там переделать в трех вариантах, и вот будет уже их коллектив. Чуть-чуть цвет у них серый, столы у них такие невзрачные, вот в центре сидит пахан, а эти вот по бокам как бы. Вот такая штука. Так, что еще тут? Ну, пахану можно менять цвет, можно его перекрасить, кстати, если кто-то хочет потренироваться в покраске. Ну, вот он, простейший такой вариант. Цветовая гамма есть, просто нужно сделать его серым, а глаза оставить синими. Ну и мимика лица, эмоции. Вот кто, если захочет, сделайте вот этот вот рюкзак. Очень нужен для персонажа, для комплекта, так сказать. Так, ну вот волос я вот не заметил, видите, он у него прям оранжевый. Ну, можно докрасить именно в Paint, текстуру Paint в Blender, там подкрасить, переделать. Ну, словом, есть чем заняться. Вот такие вот. Здесь вы можете это все дело скачать. Здесь ZBrush-овские файлы внизу. Вот. Потом здесь вот они в Blender. Можно самому попробовать в них вставить кости, потренироваться, как тренировочный вариант. Ну, тут немножко у меня старых работ. То, что нашел на ноутбуке восстановленные. Вот панда. Возможно, с этим еще поработать. Лягушка с анимацией. Скелеты вот нашел с анимацией. По прошлым роликам дорога с анимацией. Если кому-то понадобится. Болван для проб каких-то движух, анимаций. Здесь вот болван с анимациями из Миксама. Кости, вот то, что я вставлял, кости рик есть. Также есть разведчик с катаной, с анимациями. Ну, единственная анимация вот эта вот, по-моему, и нет, она пропала. Ну, или в файле тут, возможно, попадется, вы ее сможете найти. Так, армия, мэн вот есть. По прошлым роликам солдаты, палатки, машины, танки, парашюты, футболисты. Какие тут анимации, сценки. Ну, здесь вот можно что-то выбрать. Нашелся старый персонаж, который, я думал, потерялся. Вот. Но он без рига, без ничего. Я ему уже и риг вставлял. Ну, вот. ZBrush-овский хотя бы остался. Вот так он выглядит. Это я хотел делать первый свой мульт. Сюжет, история, трагедия. Ну, короче, так. Так, нашел я болта файл. Вот, можно тут, значит, его подскачать. Ну, боксерша с ригом, все тут. Ну, и отдельно уже, если кому-то нужен только вот стол письменный, пожалуйста, часы отдельно, пожалуйста. Стол отдельно детский, школьный. Ну, и сейчас добавлю уже файл вот с этими с ригами полностью укомплектованный. Ну, на этом вроде бы все. Все, всем пока, до свидания.